day in October. The leaves were falling just like me when it was over. One more day of sorrow. Чё там, брат? У меня к тебе есть предложение. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Хочу кушать! Машенька, ну уже потерпи, мы уже на лифте поднимаемся. Чё за фигня? Чёрт, только не это, нужно вызывать помощь. Да, поскорее вызывай. Всё, жму на кнопку. Да, чё вы хотели? Мы застряли в лифте с маленьким ребёнком, помогите выбраться. Я сейчас очень занят, очень. Умираю с голоду. Ребёнок очень голодный, мы не можем долго ждать. Часа два потерпите. Черт, козлы, жаль, папы нет, он бы им сейчас высказал, были бы через минуту. Я за папу. Что? Сейчас прилетят сюда за секунду. Слышь, урод, ребенок голодный, а ты там жрешь, гнида. Я тебе кишку через жопу вытащу, если ты сейчас же не откроешь лифт. Охренеть. Ну вот и починили лифт, как миленький, пойдем, мамочка. Угу. Те, кто водят хороводы, хороводоводы. Кто изучает хороводоводов, хороводоводоведы. Кто обожает хороводоводоведов, хороводоводоведофилы. Кто ненавидит хороводоводоведофилов, хороводоводоведофилофобы. Кто пожирает хоровода-водоведа-филофобов, хоровода-водоведа-филофобофаги. Кто против хоровода-водоведа-филофобофагов, анти-хоровода-водоведа-филофобофаги. Лунатики! Как-то моя мама поднялась ко мне в комнату. Я сидела на кровати. Мама спросила, что случилось. Я такая: мам, тихо! Карандаши приехали. У меня сестра лунатик. Она однажды подошла ко мне, кинула в меня куртку и сказала: мы идем сдавать маму в детдом. Потом в комнату зашла мама. Я лежала на кровати. Младший брат встал, взял подушку и пошел пихать ее в шкаф. Я спросила, что он делает. Он сказал: она меня укусила. Вот почти дома. Закрыто? Мамочка, а почему дверь в нашу квартиру закрыта? Я не знаю. Эй, кто там? Это мы, газовщики. Я только что заплатила за газ. А уже поздно, надо было раньше платить. Ну-ка, быстро убирайтесь из моей квартиры. А то что? Вот видишь, Дотя, как плохо без папы. Он бы им сейчас отпор дал. Мамочка, давай я попробую. У нас даже собаки нет, которая могла бы нас защитить. Мамочка, я могу быть и папой, и собакой. Зайка, подожди, я позвоню соседям. Может, мы у них сможем переночевать. Я буду ночевать у себя дома. Эй, ублюдки! А ну нахер пошли с моей квартиры! Во, дает, малая. Считай до трех. Если вы не свалите, мои собаки вас порвут. Ой, это она зря, у нас же нет собаки. Кто сказал? Мамочка, кажется, ушли. Офигеть.
чё там, брат? У меня к тебе есть предложение. О, шина. Моя шина. Шина от машина. Привет. Прыгнешь через шину? Давай, попади в очко. Ну, ты хоть попытался. Давай. Опа! Ха! Красава!